В соревнованиях «Огни Экибастуза» по вольной борьбе из шести уголков нашей страны Экибастуза участвовали 130 спортсменов. Борцы состязались в разных весовых категориях. В двухдневном турнире участники активно боролись за призовые места. Данные соревнования проходят на хорошем уровне. Собрали спортсмены из Западно-Казахстанской области, Акмолинской области, города Нур-Султан, Павлодарской области. Есть судьи международной категории, национальной категории. Занявшие первые, вторые, третьи места выполняют норматив кандидат мастера спорта. Город Павлодар на турнире представлял Ернур Кабатаев, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Вольной борьбой занимаюсь с 2007 года. Являюсь мастером спорта международного класса, чемпионом Азии, серебряным призером чемпионата мира. Сам родом из Майского района. К турниру готовился в Павлодаре. Экибастузские спортсмены на данных соревнованиях смогли показать хорошие результаты. В тяжелой весовой категории 125 килограммов чемпионом стал Дмитрий Попов. Бронзу завоевал Расул Татаев. Кроме того, в разных весовых категориях Руслан Умаров, Рифат Сайбуталов заняли вторые места, а Тимур Садриев – третье. Призеры получили благодарственные письма, медали и памятные подарки.